Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть черепашки-ниндзя-легенды. Ежедневные награды за Лигу Сёгунов. Три звезды забираем с вами. У нас, кстати, 505 доллара. И значит, я могу себе позволить купить либо откаты, либо телепорты. Решим чуть-чуть попозже. Так, открываем с тобой колодочку бесплатную и смотрим, что у нас тут выпадет. Рокзар, так точно. Его-то и не узнать. Так, открыть колоду это я сделал. Поднять уровень персонажа. Мы должны с тобой пройти серию испытаний сегодня. Давай, наверное, вот эту вот замутим. Раз, два, три. Пять, вот так вот. Кстати, надо будет подлечиться нам. А зачем я зэка взял здесь? Погоди-ка секунду, а почему зэка я взял? Ладно, вначале отхилимся. Это в первую очередь нам нужно, чтобы нас не ушатали здесь. Так, бомбим с тобой в первую очередь Рокзара. Ой, елки-палки, офигеть, Рокзара. Ребят, ну конечно же Криса Брэдфорда. Господи, о чем я думаю? Рокзара. Да, это же надо было такое ляпнуть. Ладно, ребят, бывает, бывает. Оговорился. Так, давай мы бронированного таракана забомбим с тобой. Кстати, хорошо, что у Зека, у Саги и у нашего Майки есть двойная атака. Это очень-очень круто на самом деле. Добьем таракашку и двигаемся с вами дальше. У нас последняя волна. И здесь кто у нас противный самый? Ну, по идее, крысиный король. Он меня раздражает. В принципе, училка тоже бесявая. У нее очень классная массовая атака. Но мы не позволим, наверное, ей провести ее, так? Ой-ой-ой, а почему без постепенного урона? А, Рафик, вот скажи-ка мне, пожалуйста. Да ну. Давай бомбочку бросим, что ли? Так, отлично. Ну что, змея-карай может максимум сделать свой крик. Уже ничего она не сделает, потому что она вообще отдуплилась. Мы добиваем свой маленького робота. Хорош бомбить, свои бомбочки бросает. Раф, накажи его. Молодец, спасибо. Ну что же, вот так вот мы с тобой сделали одно испытание прошли. Кстати, я сейчас хочу посмотреть, сколько нам вообще нужно пройти для того, чтобы получить всю награду. Ну, по-моему, очень и очень много. Раз, два, три. Тихо-тихо-тихо, я считаю, я не прихожу. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 уровней нужно пройти, ребята. И тогда мы с вами получим полный ревард. То есть мы получим с тобой карточки, получим сундук. Не знаю, может быть, завтра попробуем это с вами пройти все полностью. Хотя завтра я буду уже работать. Поэтому не знаю, ребят. Но в ближайшее время попробуем все-таки с вами это дело замутить. Так, ну что, давай доделаем остальные все задания. Мы с тобой ищем на Рокзара, да? Недостающие элементы, а это, например, эти ящики. Вот как раз здесь и к Северомонтаса с тобой пофармим заодно. Так, неплохо идут ящики. Окей, теперь давай пробуем из обычных достать. То, что телепорт выпал, это шикарно. Так, опять ящик. Мутаген. Ящик. Неплохо идет, кстати. Я бы даже сказал, очень хорошо. Ящик мы получили. Так, посмотрим, сколько нам еще не хватает. Одного ящика, ладно, найдем. Найдем, попытаемся. Давай вот здесь попробуем. Студись мутагена, это все не то на самом деле. Да ладно тебе, комиксы мне всякие подсоют. Давай мне этот ящик, вот, все. Все, ящик мы нашли. Забираем ревард за задание. Поднять уровень персонажа. У нас с тобой 15 тысяч мутагена. И я могу поднять, ну кому? Ну, например, давай тигру поднимем, а? Подожди, подожди. Ну да, обменять. У нас же излишки, я смотрю, есть. И два уровня. Давай три. 54 уровень он имеет. Кстати, мы с тобой можем ему прокачать морозный луч до второй ступени. Но я ящики не для него искал, а для Рокзара. Поэтому я пока это делать не собираюсь. Здесь тоже мы с тобой обменяем дубликаты. Здесь навыки. Все, да, ребят? Забираем остатки роскоши. Ну и пойдем с тобой на арену. Я думал на самом деле, что сегодня мы пройдем испытание эксперт на Усаге. Но видишь, оказывается, еще нужно сутки ждать, чтобы оно открылось. Немножко лопухнулся. Ну, раз уж я начал снимать, да, видосик, давай тогда сегодня мы попробуем
поиграть хорошенько на арене. Как ты видишь, Лига Сёгунов ранг 79 у меня. Попробуем сегодня вырваться в мастера. Вот такая у нас будет с тобой цель. Так, Майкл, Правин и Юлия. Ну, я думаю, что возьму Юлию, наверное, да? Возьмем Лео. И тут мы с тобой попробуем отыграть, наверное, 50... Нет, Ваня, подожди пока, ты не суйся. Рахзара, слушай, Рахзар нам здесь, наверное, не поможет. Судя по тому, что, во-первых, здесь защита у них будет, да? Плюс майки на уклонение. Даже я бы тебе сказал, что нам нужно здесь вообще имбово подготовиться. Например, через зэка. Короче, смотри, будет зэк первым рулить, да? Второй у нас пойдет Рахзар и Лео как добивающий. Но нам нужно, чтобы Микеланджело не успел поставить уклонение. Если он поставит, то будет тяжеловато нам здесь прорубать себе окно в Европу. Но все у нас с тобой хорошо получилось, как ты видишь, да? Мы выиграли очень удачно. Зэк хорошо бросил свою бомбочку. Естественно, замедление, все дела. То, что нам как раз и нужно было. Ну, мы с тобой переходим на 69-ю позицию. Что-то как-то кисленько нас продвигают, если честно. Значит, Грейс, Алексей и Правин. Покупкам, ну, все абсолютно одинаково. Возьму я, наверное, тезку здесь своего. Хотя, ай, ладно уже, возвращаться это будет совсем не то. Так, Баксер, подожди пока. Здесь, вот здесь, кстати, ничего страшного нету, поэтому я могу отыграть вполне и Муху, и Сплинтера. Даже могу взять Бибопа здесь. Но надо будет кого-то для подстраховочки. И это будет у нас наш Армагеддончик. Армагоша. Так, поехали. Ребят, естественно, начинаем мы с Лео. Сейчас морозилка упадет, да, наверное, Хан тоже упадет. О, они все упали здесь. Ну и добиваем укусом. Без проблем. Слушай, наверное, короткая серия у нас сегодня получится. Если такими темпами с тобой будем двигаться, я не знаю, ребят. На минут 15 нас тут, наверное, еле-еле только хватит. 55-я позиция. Да что ж так медленно мы идем-то, а? Тома, Сергей и Самира. Кубки почему-то у всех одинаковые. Хотя разброс по левлам приличный. Начнем с Сереги. Он, видишь, там немножко взбаламученный какой-то. Надо его немножко взбодрить. Так, Ванюшка возьмем. И возьмем с тобой мы здесь, наверное, 59 уровень. Ну, по идее, она упадет сразу, да? Ванька, если что, поможет добить. Я смущаюсь. Я сомневаюсь в плане короля крысиного. Ты прекрасно знаешь, что он как вояка ватный. Он ватный, как вояка. Да и как маг он тоже ватный. Я не знаю даже, как, какому разделу его приписать. Вот смотри, если сейчас тут будет... Нет, удачно. Удачно. И поджог. Слушай, ну нам повезло здесь. Потому что инициатива у нас очень была высокая, и мы с вами стали ходить всеми персонажами сразу. Если бы кто-то из них начал бы выпендриваться, да, то, возможно, кого-нибудь у нас положили. Я даже не сомневаюсь, могли бы ушатать того же самого короля. Ну, а пока все у нас отлично. Мы с тобой двигаемся дальше. У нас ранг 42. Нам еще как минимум надо сделать 4 боя. Как минимум. Так, Эндрю, Джонатан и Абдулрахман, ё-моё. О, Абдулрахманы уже появились. Ну, я возьму, наверное, все-таки Эндрю. Эндрю ПЕ. Тут 63 уровень, это максимальный, поэтому, я думаю, мне как раз это зайдет очень даже неплохо. Если я еще возьму сюда Криса Брэдфорда... Нет, я возьму сюда Донни. Ну, Донателло, опять же. Его насюрики, они не прокачанные. У него единственное, что нету хила. Хил только Шреддер, но я думаю, что мы его сейчас ушатаем, да? Упс. Упс. Тихо, 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 не надо, Шреддер, пожалуйста. Забомбил, начинается у него тут выпендрежка. На, отдохни. Я уже думал, сейчас сделает кому-нибудь, да? Например, там, тому же Тиме, и он там распластается. Но нет, все-таки нам повезло. Какая позиция? 28-я. Оу. Ну вот это уже хорошо. Так, Родион, Дженни и Ивалио. Точнее, Ивайло. Ну давай возьмем, наверное, Родиона. Да? Да, возьмем Родиона с тобой.
Опять же, Лео. Так, Бакстер, подожди пока. Раз, два, три. И вместе с ними пойдет у нас Бакстер Стокман. Почему Бакстера взял здесь? Смотри, у него здесь кролики, да? А мы знаем прекрасно, что эти кролики бомбят по-жесткому. Плюс, смотри, у него здесь Майки стоит. Майки может, конечно же, повесить на весь отряд уклонения. И мы замучимся его пробивать. Ну, как видишь, нам тут повезло. И морозильная кошка, смотри. Ой, сейчас всыпят, она упадет. Нет, не упала. Слушай, кошечка, ну ты красава. Ты смотри-ка. Я на самом деле думал, что она выдержит, ну, максимум один удар. На втором она просто рассыпется. Ага, видишь, все не так просто. Она выдержала удар от кроликов, которые были 60 уровня. То есть это достойно, на самом деле, для морзильной кошки. Так, опять Серега, опять Руслан, опять Тома. Им понравилось всем, понимаешь? Им понравилось всем получать. Ладно, давай возьмем, наверное, с тобой Тома. Так, Лео, обратно. Майки, обратно. Так, раз, два. Раз, два. И какой-нибудь... А стоит ли нам какого-нибудь малыша брать? Например, Лео 50 уровня. Вот, ты боишься? Нет? Я боюсь лично. Поэтому возьму Змейка Вьюна, чтобы мы были почти на равных. Почти, не считая того, что у меня Лео 90 там. Почти соточка уже. Давай делаем уклонение. Так, уклонение поставили. Теперь делаем вертушку. Хопа. И добивочный. Давай вот так, через копье. Шикарно. Шикарно, Карачка, молодец. Не подвела. Ну что же, пойдем мы с тобой в мастера или не пойдем? Как ты думаешь? Вот как ты думаешь, есть у тебя секунда поставить лайк и сказать, попадем мы сейчас в мастера или нет? Все, поставил? Теперь смотрим. Отлично, отлично, ребята. Мы в мастерах с вами, 98-я позиция. То есть нам нужно здесь как-то немножечко укрепиться. Так, пап и нонеймы. Нонеймы, нонеймы, нонеймы. Я возьму, наверное, здесь вот это вот, вот этого игрока. У нас с тобой закончились откаты. Это не есть гуд. Потому что мне придется вот так вот делать. Ё-моё. Ну, одно спасает, что у нас здесь с тобой Усаги. И как ни крути, Рафаэль. А это много не мало, как говорится, да? Имба. Причем лютая. Смотрим. Двух сразу минусанули, ты понимаешь? Сразу же. Так, у нас пойдет вот этот, да, следующим. Тут, слушай, очень большая опасность. Короче, мы, наверное, с тобой все-таки кого-нибудь допотеряем. И я бы... Нет. Никого мы с тобой не потеряем, потому что все. Ну да, делай свою вот эту вот ерунду. Она тебе не поможет. Ой, да он еще и вот этот. Ну ты труп. Что, Крис, готов? Готов получить люлей. Так, ну что, пробьешь? Да нет, какой там пробьет он? Хоть у него и двойная атака. А вот у Саги, да, чикс, и все. Просто рубанул, так сказать, мечиком своим, сабелькой. И Крис Брэдфорд упал. Ну что, друзья мои, у нас вот так вот прошла с вами аренка. Место будет 80-е, да? А, 85-е. Слушай, тут тяжеловато продвигаться. Конечно, я могу потратить деньги вот эти на откаты. Но я думаю, что пока не стоит. Пока не стоит, потому что еще будет у нас два веселых дня до конца недели, и там надо будет уже действительно бустовать. Потому что, я вам говорил, бибопчик мне нужен. Мне нужно на него максимальное количество ДНК набить. Ну и плюс еще не забывайте про платиновые осколки. Смотри, у нас с тобой 94 монеты. Зайдем-ка с тобой в магазин, наверное, по Шурику. Опачки. А вот это великолепно. Забираем. Здесь, кстати, тоже забираем. У нас, кстати, скоро Ксевер Монтес будет бафаться. Ой, бафаться, ё-моё. Апаться, да что ж такое, что, о чем я думаю, а? Так, ну что, мы с вами на Донателло, да, копим? Копим на Донателло, поэтому давай мы его и приобретем. То есть остается еще нам 9 ДНК. То есть 3 разика нам приобрести вот эти вот
не три разика, а насобирать монет на три раза, и все. И мы с вами Донателло тоже сможем прапать. Так, по жетонам у нас 755. Кстати, это тоже хорошо, мы теперь можем себе что-нибудь позволить приобрести. Смотри, смотри, что у нас тут выходит. У нас выходит с вами, что Лео практически уже накоплен. Нам не хватает одного всего лишь ДНК. Но поверь мне, если будет испытание, да, там, день Лео или еще что-нибудь, мы с вами его обязательно получим. И, кстати, посмотрим, что он у нас вообще получит, какую звездочку. Так, Лео. Он получит 4-ю серебряную звезду. Это хорошо, потому что там недалеко и 5-я. Точнее, даже не 5-я, а, наверное, золотые, да, будет 4 звезды золотые, а потом уже только. А для этого нужно будет еще подкопить. А здесь он, кстати, не разыгрывается нигде, нет? По-моему, нет, здесь он нигде у нас не разыгрывается. Единственное, что я могу здесь себе позволить, это, например, рискнуть пофармить Рокстеди. Но это такой шанс, знаешь, маленький. Вот здесь, наверное, будет посолиднее, да? Попробуем. Тигр. Когда-то раньше мне очень-очень сильно нужен был тигр. И я бы радовался с удовольствием, когда вот он сейчас получил, да? Две ДНК. О, Шредер, вот это, слушай, вот это хорошо. Вот это хорошо. Единственное, что, конечно, надо будет нам все-таки докупить с тобой соточку. Соточку мы докупим, чтобы у нас были с тобой откатики. Они нам нужны, точнее, телепорты. А здесь у нас что? Опа. Опа, тихо. Тратим. Зачем мне пиццелицей ваш? Подожди, а тут же, по-моему, где-то есть получше, да, шанс? Или нету? Вот, смотри, вот здесь вот будет посолидней. $3, да какие чертовы бабушки $3? Маяки, зачем? Все, ребята, сыр закончил. Блин, надо было мне сразу сюда идти. Ладно, фиг с ним, мы с вами еще, как говорится, эту недельку потусим. Недельку, оставшиеся дни. И обязательно выбьем. Просто сейчас мы могли бы с вами уже перевести нашего Лео рангом повыше. Да, что-то я как-то не подумал. Но зато мы с вами получили ДНК на Шредера. На Шредера. Сколько у нас вообще еще нужно ДНК для него? Давай-ка глянем. Так, здесь нужно разобрать. Здесь, походу, нет, здесь не то. Здесь одна максималка. Тоже убираем. Тут тоже надо распылить. Так, смотрим. 86, то есть 14 ДНК нужно еще. На самом деле не так уж и много. При желании все это можно получить. Так, у нас с тобой еще вроде бы осталось немножко пиццы, да? Давай-ка мы попробуем найти Ксевера Монтеса. Окей, выпал нам. Еще разок. Выпал. Так, и насколько я помню, нам еще нужен с вами Джастин. Джастин, вот он. Найти. Поехали искать. Тут нас подвело. Здесь тоже нас подвело. А здесь вообще подвело, потому что кончилась пицца. Ну что, ребята, вот такая вот коротенькая сегодня серия получилась. Но я надеюсь, вам она понравится. Немножко я, конечно, лопухнулся насчет Лео. Надо было сразу искать, но что ж поделаешь. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам!